23 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе аулака Шхабль состоялся захватывающий турнир по мини-футболу на призы Совета народных депутатов Кашхабльского района. В этом соревновании приняли участие 4 команды – поселок Мостовской, станица Ярославская, город Курганинск и сборная Кашхабльского района. На поле сражались мальчики, родившиеся в 2008-2009 годах. Сегодня мы проводим турнир по мини-футболу на призы депутатов Совета народных депутатов Кашхабльского района. Мы планируем по разным видам спорта проводить. Но сегодня решили именно начать с футбола. Он самый массовый, самый культивируемый, поэтому мы хотим начать именно с футбола. Почему? Потому что он такой самый зрелищный вид спорта. Вам хочу пожелать побед, красивой игры, без травм, чтобы все у вас получилось. Я хочу слово предоставить председателю Совета народных депутатов МГО Кашхабльского района. Добрый день, ребята. От души рады приветствовать вас сегодня у нас в гостях, кто в гости, кто приехал, наших местных ребят на сегодняшнем турнире. Хотим пожелать удачи, пусть победит сильнейший сегодня. Это полезно вам и нам, цель и популяризации спорта. Спорт – это здоровье. Пусть все пройдет сегодня на высшем уровне, пусть, как я говорю, победит сильнейший, который, наверное, чуть больше прилагал усилий, тренировался. И вам, остальным, это будет хорошим стимулом. В общей сложности было проведено 6 увлекательных матчей. Каждая команда демонстрировала свое мастерство и стремление к победе. Итак, на вершине пьедестала оказалась команда Кашхабльского района, которой удалось показать наивысший уровень игры и занять первое место. Второе место завоевала команда из поселка Мостовской. Она получила заслуженное признание и восхищение. Команда из города Курганинска заняла третье место, показав уверенную игру. Все команды были награждены кубком, медалями и грамотами, символами их труда и стараний. Прекрасный спортивный дух и солидарность, проявленные участниками, были одним из ключевых моментов этого события. Кроме того, команды также получили денежные призы, которые стали приятным бонусом и вознаграждением за их старания. Такие турниры становятся не только местом испытания своих сил и навыков, но и форумом для обмена опытом, общения и взаимного вдохновения.